Добрый день, друзья! Приветствую вас на своем канале и традиционный обзор моих покупок по 19-му каталогу 2022 года. К сожалению, я тут в предпраздничной суете совсем забыла выложить этот обзор по последнему каталогу, по 19-му 2022 года. Поэтому быстренько пробегусь, потому что уже последние дни этого каталога. И вступит уже следующий каталог номер один 2023 года. Здесь как раз презентация, новый комплексный подход, витаминные биодобавки, молекулярная серия биодобавок. Здесь как раз будет презентация полностью вот этой новинки. Здесь и для иммунной системы, и общее состояние, то есть организма, нервная система отдельно. В общем, они такие вот продвинутые. Репродуктивная система, мочеполовая система, эндокринная система. В общем, есть на что обратить внимание, поэтому у кого есть каталог, обязательно прочитайте подробную информацию. Сердечно-сосудистая, опорно-двигательная, затем очищение организма, пищеварительная система, то есть очень интересные будут новиночки. А также вот кто делал заказы в последних двух каталогах, в 18-м и в 19-м, получали в своем заказе вот такие зимние скидки. И как раз эти скидки действуют, вот как будут в первом каталоге. В первом каталоге 2023 года. Вот они у меня. С прошлого, с 18-го каталога, и, соответственно, вот эти заиньки, это с 19-го, которые я буду активировать в первом каталоге 2023 года, зимние. Итак, вот обзор моего заказа. Собственно говоря, я не буду долго останавливаться, давайте так просто пробежимся, что здесь есть. Концентрированный порошок для стиральный концентрированный порошок для стирки. Для стирки белья. Маленькая такая вот, казалось бы, упаковочка, но она тяжелая. 1 килограмм вот этого порошка заменяет 3 килограмма обычного, стандартного, который продается в магазине. Он действительно, вроде когда открываешь заказ, смотришь, о, маленький такой пакетик, небольшой, но он концентрированный, он тяжелый. И, соответственно, расход у него, у концентрированного порошка, совсем другой. То есть вот я взяла себе чего? Альпийскую свежесть. Горная свежесть, горная. Ежедневные прокладочки. У меня есть обзор на прокладки. Можете посмотреть в шорте. Такой по каждому. Биоси. Здесь это у меня ребенок взяла. Зубную пасту для всей семьи. Ну вот, ей нравится. Но, к сожалению, или, не знаю, к радости, Биоси полностью выводится продукция из каталога Faberlic. То есть сейчас остатки на складах, которые есть, будут полностью распродаваться. И вот кто пользовался этой косметикой, покупайте, пока есть, потому что больше не будет. Выводится полностью из каталогов. Что взяла себе? Взяла боди-крем. Малиновый чизкейк такой вот для тела. Затем на пробу взяла серия Salon Care. Это краска для волос. У меня 801 естественный блонд. Ну вот попробую. Не знаю, ее очень хвалят из всех красок, которые есть в Faberlic. Хвалят именно вот эту салонную серию. Вот хочу попробовать. Хочу попробовать ее на своих волосах. Давайте посмотрим, что здесь есть. Ну, как обычно, проявитель, сама краска. Что-то, мне кажется, он прям совсем маленький. Надо было две. Придется подождать и взять такой же оттенок, но в новом каталоге. Мне кажется, на мой густой волос средней длины мне не хватит вот этого маленького тюбика. В Oriflame побольше были. Ну и проявитель, собственно говоря. Так, что еще? Зимняя серия. Гели для душа. Вот такие вот веселенькие. Из серии Love Moments. Это Bubble Gum гель для душа.
23, ой, 27, 39. Смотрю одни цифры, говорю перевертыши. И вот этот вот снеговичок, который у нас идет, тоже черри, лимонад. То есть вишневый лимонад. Код у него 2941. Объем каждого по 200 миллилитров. Вот из новиночек взяла. Что-то у меня тут совсем упала эта штука. Для кожи лица взяла сыворотку антистресс из Beauty Lab. Вот так вот она выглядит. Ну, вот у меня сыворотки вообще все улетают в момент. Они вроде по 15 миллилитров, и их как раз хватает при ежедневном использовании. Их хватает буквально на месяц. Это концентрированный крем для кожи вокруг глаз из серии Гардерика. У меня ночной крем из этой серии. Я вот решила себе крем для кожи вокруг глаз взять. Сейчас посмотрим. Ну, вот у меня такой спонтанный, скажем так, на диване обзор. Потому что уже вот все, конец каталога. Так вот выглядит для кожи вокруг глаз. И я решила, что все-таки я его по-быстренькому сделаю, проведу. И все, зубная щетка с угольным напылением. Вот она. Так вот выглядит черненькая, угольная. А вот эта вот штучка мне прям вот очень нравится. Это средство для стирки деликатных вещей. А я и везде применяю. Не только шерсть, не только шелк, нижнее белье. А я его еще и полотенце махровое стираю. Мне он очень нравится. То есть он у меня вот сейчас закончился, и я вновь его заказала. Очень мягкий, очень хороший. 11840. Так, что еще? Здесь у меня 4 чая. 4 очищающих детокс чая. Это у меня заказ. 4 штучки мне заказали. Вот буду отдавать после новогодних праздников. Ну и что? Что еще здесь интересного? А, соль. Соль. Вот мы попробовали соль. Я в прошлом заказе делала как раз обзор на этот соль, что мы купили. И она действительно пенится. Такая интересная. Вот мы еще купили половину. Если высыпите полностью 100 грамм, то будет такая хорошая пена в ванной. Но мы высыпали половину, 50 грамм, и тоже хорошо. Поэтому у нас еще половинка есть. И вот 29,46 артикул, 100 грамм. И взяли вот такую новогоднюю пену. Соль, соль-пена. Вот так, скажем так. Вот это взяли. И для повседневности я взяла полотенчика. Мне нравятся эти полотенца. Это полотенца лицевые. Размер полотенец для лица. Но я их беру для рук. Я не люблю маленькие полотенчика для рук. Мне неудобно они. Поэтому я беру полотенца, как видите, написано, для лица. То есть большие. 70 на сколько они? Подожди, сейчас скажу. 50 на 70. Лицевое полотенчика я беру, пользуюсь для рук. Итак, это у меня коричневый, бежевый и вот такой зелененький. Вот 3 полотенчика взяла. А еще самое интересное. В прошлом каталоге я показывала свое термобелье, которое купила. С удовольствием ношу. Очень мягкое, очень комфортное. Вот я еще такое, правда, не носила. У меня было термобелье. А я им пользуюсь. А вот это вообще мякиш. Поэтому взяла детское термобелье розовое для девочки. Это леггинсы. А это, соответственно, фуфаечка, да? Футболочка с длинным рукавом. Взяли малинового цвета. Очень мягкое. Очень тактильно мягкое и приятное термобелье. В нем тепло. И самое главное, вот я говорю, к телу. Оно очень-очень приятное к телу. Не чувствуется вот именно той колючести, которая присутствует в обычном термобелье. Здесь оно вот прям мягкое-мягкое. Ну и ребенок у меня попросил новогодние носочки. У меня есть где-то там в обзоре, я покупала новогодние. А, да, по-моему, в прошлом каталоге покупала. Вот, а она у меня взяла, попросила ей красные. То есть я брала себе с оленем
зеленые носочки. Сейчас покажу. Вытряхну. А она у меня попросила вот в красном, чтобы были красные. И вот олень белый. У меня такие зеленые, темно-зеленые, если помните. Ну вот мы купили. То есть вот, вот в таком вот розово-красной гамме новогодней. Ну вот и все. Пожалуй, в 10 минут я уложилась. Быстренько мы с вами пробежали мои заказы по 19-му каталогу. И теперь уже скоро будет заказ по первому каталогу 2023 года. Не буду вас утомлять, праздники. Хороших вам праздников, хороших приятных покупок. До новых встреч. Пока-пока.